на берегу Волги превратился в место базирования любителей мотоциклов. Уже четвертый год под Конаково проходит зажигательный и яркий мотофестиваль Burning Wheels. Его организатор Арчи рассказывает, что атмосфера праздника на фестивале с каждым годом привлекает все больше гостей. Растем и мы, и программа наша растет. Но это благодаря нашим гостям. Потому что чем больше гостей, тем больше и мы растем. Привлекает и локация, и атмосфера праздника. Потому что у нас праздник семейный. Люди приезжают и отдыхают, как у себя дома. Сотни байков самых разных марок, более 2000 гостей. Яркое солнце, вкусная еда и освежающая река. Среди участников мотофестиваля много тех, кто приехал сюда впервые. Но они сразу же прониклись позитивом и весельем. Первый раз сегодня приехал рано утром. Получил огромное удовольствие от того, как сначала все тихо, спокойно, а потом начинает нарастать. Я надеюсь, вечером будет вообще огонь. Все душевно, тихо, спокойно. Великолепно. Почему решили приехать? Друзья посоветовали, они к вам уже не первый раз приезжают. Отозвался на их предложение и к вам приехали с удовольствием. Мне очень нравится атмосфера. Праздничная, радушная. И хочется приехать еще раз. Это уже третий раз, но вот мы приехали тут со всей семьей, с детьми, с внуками. И действительно, это семейный мотофестиваль. Занятия здесь есть как для взрослых, так и для детей. Для маленьких гостей организована отдельная программа. Конечно, мотофестиваль – это сотни байков. И для многих владельцев железных коней – это место встречи с товарищами по духу. Ведь для многих байк – это не просто средство передвижения, а целая культура. Ну, это сообщество, это друзья, это вот это тот мотомир, это мотожизнь. Когда ты приезжаешь сюда, и все родные, все свои. Вот это вот кулуарность, это семейство. Она больше всего вот и привлекает. Для желающих охладиться в жаркий летний день организаторы предусмотрели активности на воде. Например, сапы. Отдельного внимания заслуживает музыкальная программа. Она традиционно разнообразна. Три дня фестиваля прошли быстро. И практически каждый гость сказал, что обязательно вернется в следующем году на 5-й юбилейный фестиваль. А титульный спонсор фестиваля – моторные масла «Лемарк».